Привет, друзья, что сегодня сулят звезды. А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день и чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. Овен. В этот день присмотритесь к своим близким. У вас появится завистник, который попытается сделать вам пакость. Главное не жалеть, если вы перестанете общаться с этим человеком. Он того не стоит. Телец. День очень благоприятный для людей творческих профессий. Вам удастся воплотить в жизнь давние фантазии и мечты. И это принесет не только признание, а и финансовую прибыль. Близнецы. Наконец-то у вас все наладится на работе. Но не все так просто. Теперь вас ждут некоторые проблемы с близкими. Возможно, ссора или даже громкий конфликт. Рак. День как нельзя лучше подходит для продвижения по службе. Бюджет должен медленно, но верно улучшаться. Этот день благоприятен для любви. Вам покажется, что ваш союз настолько гармоничен, что никто другой не нужен. Лев. Звезды по-прежнему к вам благосклонны. Проблемы на работе потихоньку начинают налаживаться. Но вот дома вас снова ждут неприятности. Возможен конфликт с партнером. Дева. Если у вас нет настроения, не нужно портить его другим. В этот день лучше всего избегать нежелательных разговоров с нежелательными людьми, и вам, и им будет спокойнее. Весы. День обещает быть сложным и малопродуктивным. Не нужно свои проблемы перекладывать на чужие плечи. Вам пора научиться решать их самим. Скорпион. На работе вас ждет обычный день. Ничего нового, но и проблем удастся избежать. Также вам могут предложить подработку. Отказываться не стоит. Стрелец. Сегодняшние ваши действия могут очень негативно сказаться на вашем профессиональном росте. Следите за своими словами и действиями. А еще лучше проведите этот день вне офиса. Козерог. Этот день будет очень противоречивым. Вас будут мучить различные сомнения. Но заодно в некоторых своих поступках вы будете уверены полностью. Ваша интуиция как никогда будет очень обострена. Водолей. Сегодня будьте осмотрительны в своих поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Рыбы. Если у вас в этот день назначены деловые встречи, лучше их отменить. Они ничего хорошего вам не принесут. Также не стоит начинать новых дел. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.